Наш мир очень хрупкий и непредсказуемый. Иногда даже незначительное движение воздуха может уничтожить Вселенную. Поэтому все направлено на то, чтобы восстановить баланс, сохранить равновесие. Но что делать, когда лишним звеном во Вселенной становишься именно ты? Что делать, если злом становится человечество? Сможет ли один человек что-нибудь изменить? Живут самые страшные ночные кошмары, где смерть правит балом и не спрашивает имен. Искалеченное временем и многолетней войной, оно хранит кусочки человеческих жизней. Тех, кто был заживо похоронен за толстыми стенами саркофага. Тех, кто остался в карантине. Зло притягивает зло. Зло, уничтожая зло, уничтожает само себя. Это новый мир. Это новая история судьбы человечества. Была бы глина, и был бы творец. Все можно вернуть, если удастся сберечь хотя бы то, что осталось.